Без права переезда в Омске сносят аварийный дом. Однако один из жильцов по-прежнему официально прописан, и в ближайшие дни его местом проживания может стать пустырь в Старом Кировске, где и стоял барак. В то время как остальные его соседи уже давно переехали в другое жилье. Как такое стало возможным, разбирался Дмитрий Куканос. Дом сносят, обломки летят. Привлеченная строительная компания торопится выполнить работы по заказу мэрии. В этом бараке на улице Дунаевского Сергей Анциферов поселился вместе с матерью, когда в конце 90-х они переехали в Омск. В 2013-м дом признали аварийным, и мужчина в буквальном смысле остался на улице. Проживаю я на работе, условий в принципе никаких, так как жилья своего нету. Была надежда, что мы получим с моей мамой жилье здесь, но ничего этого не делается. Дом относился к маневренному фонду, и остальные соседи уже давно разъехались по новым адресам. Сергея же предложенные варианты не устроили. Один из вариантов для переезда, который мужчине предложили чиновники, дом номер 59 на второй линии. Место хоть и в центре города, но сам дом мало чем отличается от аварийного жилья. Еще одно предложение, часть капитальной пристройки в авиагородке, половина которой, впрочем, кем-то обжита, также не подошло. В какой-то момент от администрации перестали поступать другие альтернативы. Тогда Сергей вместе с сестрой обратились в суд, и в сентябре 2014-го исковые требования Анциферова удовлетворили. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Суд его не выселяет. Он здесь прописан и фактически проживает. Ну, так как вот невозможно сейчас вот проживать в нем. Но по решению суда его отсюда никто не выселял. То есть администрация, вот сама видите, что сзади меня делается. Вот, то есть она сама выше власти судебной разбирает дом. Однако в мэрии смотрят на ситуацию иначе и ссылаются на другое решение суда. В отношении Анциферова, в связи с его несогласием выселяться, у нас был судебные тяжбы. По решению суда он выселен, решение Кировского районного суда, выселен из помещения без предоставления другого жилого помещения. У нас обязанность по расселению в отношении только нанимателей, проживающих в муниципальных жилых помещениях на условиях договора соцнайма, и собственников. В доме на Дунаевского Сергей Анциферов проживал вместе с матерью, за которой и числилась жилплощадь. Но несколько лет назад она умерла. И теперь у чиновников нет оснований для предоставления ему другого жилья. Дмитрий Куканов, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.